Всем привет, с вами снова Виталий. ХС-ка, Кобальт и Катакомбы за мага. Короче, вначале я тут не смог, короче, записать звук, сейчас записываю, но потом у меня будет продолжение. Ну, короче, выиграли тут на по-быстренькому дракона и дали нам плащ-невидимку. Собственно, за мага это единственный вариант выиграть, да, говорят, что за мага трудно играть. Ну, как бы, я могу сказать, что ваша задача найти плащ-невидимку и доспехи магические, которые, в принципе, плащ-невидимка дает полностью вам невидимость, даже если вы ходите, ну, именно вашим существам. То есть существа бьют, и никто из них ни копию сделать на них нельзя, нельзя на них наложить что-то. Единственное, что массовые заклинания, массовые ремовалы, да, могут что-то сделать. Ну, там Винсник Рока еще там что-то может, и все, в принципе. А так они практически все бессмертные. Ну, и задача ваша побыстрее наставить толстых существ с большой атакой. И все, и напинать. Ну, собственно, вот они, оживленные доспехи. Вот надо их выставлять. И, собственно, они в маскировки стоят, и вам не, как бы вас долго не били, вам наносить будет всего по одной хпшке. По-хорошему еще зелье живучести нужно, да, чтобы увеличить хпшечку, и в принципе можно не париться. Ну и собирать по возможности, если дают доспехи, добирать доспехи. То есть дали доспехи, все, пофиг там что лежит, лишь бы доспехов было как можно больше. Ну вот, в принципе. И священник Грейв. Священник Грейв, да. Смотрю, что тут с шумовым гейтом. Так, поехали. Короче, да. У меня пассивка, где она тут? Маскировка. Вот эта вот четверка, это вообще жесть с пассивкой. Если она выпадет, но она выпала, собственно. Это жестяк. Даже вот эта херня мне нанесет не два, а один урон. Осталось до четвертого хода дожить. Запарил. Не знаю, я его уничтожать, наверное, не буду. А может, буду? Да, буду. Ну, если уничтожится. Нормально. На следующий ход четверку выставлю. Пусть он меня валит, сколько он лезет. Пекаря. Говорит, пекаря. Так, надо чуть-чуть потише сделать. Слишком громко. Пекаря. Дайте мне пекаря. Смотри. Оп, и все. Можно валить спокойно, сколько хочешь. Даже если тень выпадет, которая 5-5. Мне, в принципе, толку не будет. Максимум, что я получу, это один урон. Мне надо ударить дофига раз, короче, надо меня ударить. Единственное, что вот эти вот призыв существ пришлось взять. Они абсолютно бесполезны в данный момент. Ну, я могу двойку выставить, четверка все равно. То есть главное успеть вовремя 4-4 достать. Блин, в прошлом видео вообще я жестоко слил. Сижу такой, думаю, ну вы, наверное, видели. Если не видели, обязательно посмотрите, это вообще жестяк. Рагнарос будет наяривать, элементаль. Выкладить в руку одно случайное заклинание мага. Угу. Куб. Так, а куб это хорошо. Великан за каждое заклинание. Ну и огненный великан за каждое повреждение, да. Ну вот эта херня, как бы, с колодой не контрится. С невидимками надо что-то большое брать. В принципе, плотоядный куб очень даже неплохо. Уничтожает, потом призывает, ты его валишь. Рагнарос хорошо, стоит, наяривает. Но восьмой. Это нужно, чтобы мне было выпало
За 5 маны все большие существа. Ну, вообще-то вот 12-ку более реально взять. Так, 5 это. 5 это медведица. Блин, Джейс, конечно, в прошлой катке я слил. Было 3, я все... был дракон, у которого я с помощью... Сколько раз вам а нельзя их заткнуть ее? Она так... Вообще вот эти вот разговоры все бесят меня. Тупые, идиотские разговоры. Ой. Короче, был дракон, у которого вот весь некрок ко мне выпал, я его поставил и расхренячил ему все сундуки. И все, и до свидос. Ну вот это вообще смысла нет играть, это только если раскачивать что-нибудь. Они не ходят, и в невидимке они провокации нет. Но единственное, что в чем косяк, это мне не будет провокации, это конечно да. Ладно, пока идем в late game. Блин, у меня было 3 заклинания, которые берешь, и берешь 3 карты, они стоят 0. И все, можно было вообще по темпухе вырулить. В принципе, я успевал. Дракон мне за ход наносил 5 урона, но я бы мог бы там что-нибудь придумать. Так. Я просто всрал. Просто всрал. Чё тут? Лечиться? Приходи ко мне лечиться. Не лечиться. Смысл пока лечиться. Я лечиться не могу. Поставлю блок, но будет он блок мне чистить. Ко мне. Я этим займу. Прососи. Она может выставлять, а потом поставлю вестника рока и все, и до свидания. Не хотелось бы, конечно. Блин. Очень сильно не хочется это делать. Ну, наверное, сейчас придется это выставить. Конец, вестника рока они не тронут. Сейчас она даже там выставится. Она... Песня крока всех грохнет. Точно она даже не ходила. Вот, пожалуйста. Чего я и добивался. Мои глаза всегда открыты. Прокачивать. Давай прокачаем. Это бесполезное занятие. Блин. Давай еще раз. О, шикарно. Очень удобно. Прокачал, заодно место мне почистило. О, чародейские стрелы. Не, чародейские стрелы тут не для этого. Чародейские стрелы тут надо, чтобы начесать тебе затылок. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Восемь, четыре. Четыре плюс четыре, восемь, нет? Я вроде еще считать умею. Ну и как я шаманом, да, выиграл? Главное, без записи начал играть, потом смотрю, думаю, не, без записи это как обычно. Будет как с палочем. Начнешь играть, просто так и выиграешь. Так, выпускает случайных противников, три шарахера, тень, свиток смятения. Каждое число выбирает сторону с чайным грузом. Говнище полное. Палка-сжигалка. Мы уже пробовали. Короче, единственный вариант это Рагнарос. На случайный противника. Блин, тут все случайно. Сжигалка наделает вещей. Меня просто грохнет нахер и все. Я не знаю, как вот это работает. Каждый счет выбирает сторону случайным образом, не знаю. Или угли, или этот. Это на всю игру, или сейчас, или что, как это?
Да когда у тебя никого, нечем, никого. Ну давай смятение, посмотрим, как их пользуется. Может, оно ни разу не выпадет, как было, блин. Так, курьер, всякое. О, тут ледяной лич. Один единственный вот, если ты атака убьет еще, призывает элементаля воды. Да, это хорошая тема. Призывает элементаля воды в любом случае. И с похищением, с лечилочкой. Да. Кода призывает воодушевление, шикарно. Ваш герой наносит, да, это очень хорошая тема. Ну, это так себе. Он же с похищением-то, но он и с маскировкой будет. Это все говно. Тоже говно. Пойдет. Ай, заткнулся, запарил. Заткнулся. А что-то все тише и тише. Не могу понять, что за фигня. Медив и чернозерн. Да начнется игра. В этих пещерах затаилось нечто зловещее. Не, вроде нормально, просто что-то тихо как-то. Тиховато. Вот я говорю, и оно как-то... Как-то странно. Задержка. А, усиление микрофона, двойку надо было поставить. Чё? Чё? Вот же херня. Бывает. А, придется обратно возвращать. Ну вот, 28 уже терпимо. Блин, что за фигня? Ты тут перенастраивал. О, свиток смятения, кстати говоря. Знаешь, пожалуй, я его себе оставлю и даже ходить не буду ничем. Ну, может быть, вестником рока рохну всех, не знаю. Сейчас будем думать, чё как. И что мне тут сейчас кастовать? Идиотская, о, блин. Но он, видишь, слабенький, это на малых. Случайно на один дороже, а на максимальных уровнях на три дороже. Наконец-то! Ладно. Это на постоянку можно два урона наносить. Вот, сука. А, ну тоже тварь. Вот камва, да, вообще у чувака. Дает кристалл маны, а потом превращаешь его в какое-нибудь дерьмо. Дерьмо. Ну, следующий ход будет 4. И можно будет забить большой жирный, да? Так, лечиться будем, не лечиться пока. Давай, наверное, пока. Походим так. Вот мудак. Запарится со своими этими провокаторами. Ну, в любом случае, четверочка. 2-3-3-2. Блин. Вот, блин. А так хотелось что-нибудь. Ну, вообще можно нолик отыграть, посмотреть, как это работает. Давай отыграем нолик. Ну, на всякий случай мы, конечно, походим. Да. А чё он тут маскировка, когда это сейчас атакует тебя этого существа, оно получает маскировку. Меняется атакой, да. Ну да, посмотрим, мало ли. Я вообще не знаю, что это такое. О, да.
Удивительно. Ну, 5-5 ударом. 3-2-4. 5-5 в меня бы уже ходило. На следующий ход можно будет пятеркой его убить. Он в любом случае с маскировкой. В любом случае выгоден. Да. Пожалуй, я это все оставлю. Жестяк сейчас будет комбить. Ну, я еще могу полечиться, успеть. Так, что мы тут ходим? А, мы можем, кстати, сделать так, что... Ну, блин, это мы не можем сделать. Если было бы кого убирать. Да... Одна, да, 3-2, тут все равно ничего не будет. 2-2 грохнуть. Да нет, он сейчас будет комбить по-жесткому. Об кого убивать 4-6? Посмотрим, об кого убивать. Нам нужны... Можно было 2 четверки, конечно, призвать, но смысла нет. Тут уже почти вин. Придется 10-ку распиаривать, ну, в смысле расхренечивать. Не нравится мне это место. Одушевление, блин, это он меня будет уничтожать. Он 4-4 может грохнуть с такими движняками. Этот сдохнет, остальные все замерзнут. Это пассивка? Нет, не пассивка. Да. Не повезло мне, если честно. Если он убьет 4-4 моего. 10 урона, 10. Не, ну тут урона-то не будет. В любом случае. Блин, лишь бы 5-ку убил, а не 4-ку. Вот это будет. Давай 5-ку, пожалуйста. Сука, так и знал. Ну это ж как обычно. Везет как утопленнику. Я чувствую запах. Мразь. Ладно, 6-ка сейчас всех грохнет. 10 урона на столе. А, ну даже 1-ку мы сейчас. Да. Мразь, конечно. Конечно, мразь, скажу вам честно. Из трех этих самых убил именно того, кого не надо. Говнище. Просто подлый рандом. Ну ладно, выиграли-то выиграли. Блин, это всего лишь третья, да? Или какой тут босс? Да-да-да, давай, хватит меня. Хватит разговаривать. У нас невидимка, да? Вы можете использовать силу героя сколько угодно раз. Ничего так. Мукло, да, воодушевление. Нормально. И главный герой пойдет. Обращение в пар. Не комбиться. Великан и Таурисон. Да, великан это хорошо, но ты уже будешь труп. То есть тут неплохо, конечно, тут это мукло. Да, особенно на лейтгейме мукла зайдет. А, это будет назад возвращать, это надо убивать. Иначе мне звездец. Если 6 раз одинаково призовет, все, до свидания. Он как-то призвал, там какая-то...
Ой. Почему-то до сих пор не сделали галочку заткнуть. Когда начнется игра. Просто заткнуть. Открывают тени. Да, это она говорит мне, потому что типа у меня мало эта хрень теневая. У нее такая же, да? Не, это возвращает в руку. Ну ладно, пусть возвращает. Вот видишь? 5 одинаковых существ. Из награды Средоточия Кристалла. Там какая-то... Ну что-то я помню, что-то призывается какая-то хер. Херотень. Наконец-то! Давай, а там всякие эти, да, замораживают противника, чего угодно там. Возвращает же, да, и она будет постоянно возвращать. В принципе, что логично, конечно. Давай, наверное, мы все-таки убьем этого чувака. Что он там любит возвращать по 40 раз. Да. Потом опять вернет, опять. Там же одинаковые, да, кубы? Или нет? Так. Четыре, потом будет пять. Кстати, если этих двух... призвать этих двух чуваков... У меня сила героя будет наносить 3 урона. Очень хорошо. Ну ладно, давайте посмотрим. Это на следующем ходу замутим. Угу. Хорошо, что я его не трогал. А сквозь тени, это уже вторая, да, была? Ну, сейчас он 3 раза разыграет уже. Нет, не разыграл. Пират, херня. Угу. Твоя очередь умирать. Ну, 3-1 мы просто походим. Вот так. И будем по агре идти. Потом я этим что-нибудь зачищу, если тут что-то будет. Это, конечно, вряд ли. Вот этого 2-3 надо грохать. Сука. Он просто ходит для того, чтобы вызвать. Не оставляет его вообще. Уже 3 вызвал. Еще 2 раза вызовет. И все, и пипец. А вызвать он может нифиг делать. Он уже, считай, вызвал. Убить я никого не могу. Две единицы — это очень мало. 30, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. По 3 грохнуть. Да. Блин, он сейчас вызовет это говно. Предоточие кристалла. Явно. Она просто не дала мне. Я бы не смог убить, в принципе, в прошлый раз. Смотри, вот я могу, в принципе, заморозить. 2-3 оставить. Нет, 2-3 тоже грохнем. 2-3 вообще грохнем. Мало ли там какая фигня. У меня заморозка останется ледяная. Да. Убираем это все отсюда, чтобы этого тут не было вообще. Такой бесполезный свиток. Это вообще пипец. Вот смотри, сейчас вернет и еще раз играет, видишь? И все. И до свидос. Нет, не сыграла. Ну, считай, осталось в руках, это последний раз сыграет. Да, если бы можно было посмотреть там. Ну, сейчас увидите, я думаю. Так, а 4-4, кстати,
говоря. А мы можем, кстати, уже начать. 4-4, если там призовется какая-нибудь херня, мы его грохнем. А потом просто... Ну вот, сейчас вы видите, что призовется. Жестяк. Ну его сейчас играть надо, оно там то ли 5. Сколько оно там стоит? Тут видите, 5. До конца игры ваше существо становится 5-5. Охренеть, да? Ну и вот это вот комба. Комбушка. Но мы сейчас можем наносить много урона. 3 урона. Так, смотрим. Значит, 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Это получается 6. 12 урона у нас. Ну, в принципе, все. 12 урона в любом случае есть. Не посмотрите вы. Ну и хорошо, что не посмотрите, ну его нахрен. Потому что он кучу мелких дебилов призывает, и они становятся 5-5. И вот эти вот всякие с рывком. Как вам? Ой, что-то хорошенькое. Зелье живучести. Удваивает здоровье в начале. Ваше заклинание стоит на один меньше. Заклинание стоит на один меньше. У меня есть какие-то хорошие заклинания. Да нет у меня почти. Ну, буря. Не-не-не. А вот здоровье удваивает. Это очень может меня спасти. Малигос. Ничего себе. Антонидас. Ой-ой-ой. Тут это все на мага хорошо. Что тут у нас? Нексус. Джайна опять. Мукла. Вообще вот это лучше. Но тяжелее. Очень тяжелое. И может не зайти. Но тем не менее, это... Это может хорошо отыграться. Да. Давай, магические друзья. Пойдет. О, после того, как разыгрываете, наносят ему 2 урона. Все, маленькие существа вообще сосут. Теперь только пинать, пинать и пинать. Ну, давайте посмотрим, что нам. Блин, так обидно в прошлую катку до сих пор вспоминаю. Но я все равно мог там вдуть. Лавой. Нади. Да начнется игра. Куб. Куб это неплохо, можно. Там может еще хуже прийти. Смотрите, сейчас что-нибудь какое-нибудь дерьмо придет, смотри. Дерьмо приди. Ну вот, пожалуйста. Положишь ее, она сдохнет. Ну, 80-ка. К сожалению, 80-ка в этой комнате ничего не значит. Наносит 2 единицы урона, да. Ну что там за 3? Даже за 3 не ходит. Это можно просто выкинуть. Потому что это просто выкидывание. Это просто, да, вот выкинуть и все. Она просто выкидывается и все. Да, вот такая жесть сейчас будет с перегрузками всякие. Все, что с огнем связано. Что, повезет, не повезет? Может, повезет. Вообще-то рано. Можно еще на следующем ходу это все отыграть. Слабенько с заморозкой. Пока не буду. Мне может повезти, что оба ко мне придут, но вряд ли.
пойдет. Бывало и хуже. Я очень надеюсь. 4-3, да? Следующий ход будет 6 маны. Не, лучше так. Ой. Секрет мага. Что ж там может быть за секрет сегодня? Так. Антимагия или еще какая-нибудь хреномагия. Пока это не комбится. Вдруг. Там может быть обращение в пар, поэтому 4-2 я пока трогать не буду. Обращения в пар пока нету. Наверное, там все-таки это... Сука. Волна пошла. Ну все, до свидос. Это один был, по-моему, у меня. Если не ошибаюсь. Да. Блин. Тварь. Ого. Круто. Повезло так повезло, да? Че, можем потерпеть, двоечку попозже выставить. Но попозже у нас будет элементаль. Можно просто пятерочку выставить и хер на нее забить. Ну блин, если там отраженка, это будет жестяк. Да, элементаль. Это же элемент. Нет, это. О. Че, на следующий ход нет? Да, наверное, пусть выставляет. А, отлично. Это неплохо. Это был отскок. Был отскок. Опять еще один отскок. Там что, одни отскоки, что ли? Хреново. Отскоки есть хреново. О, воодушевление призывает 3-5 херню, да? Да, мы там полечиться еще успеем. Блин, если там... А. Ладно, посмотрим. Да, отражёнка. Нет. Не отражёнка. Сука, со своими этими хернями задолбал. Просто задолбал, по-другому не скажешь. Сколько можно? О, один дри, кстати, живой будет, слава яйца. 5. Давай 5. Давай 1. Давай вот так. Он чисто этому будет давать, да? Да. Ну, сейчас девяточкой походим. Ну да, конечно, волна огня каждый день. В больших, бесконечных количествах. Не стоит бояться силы. Бояться нужно тех, кто верит. Давай мне элементаля 3-6. И желательно в больших количествах. 5 единиц, ну это мне. Отлично. Да. Так. О. Блин, он сдохнет из-за вот этой хери.
говно. От говно. Говно, говно. Несколько раз, мы можем два раза, да, 4-2 рухнуть. А что там за пассивка? Все существа в высоте получают 1-1. Хреновенькая пассивка, скажу вам. Ну мы 3-6-то призовем нового. Я так понимаю. И можно еще раз походить. Всем. Даже своего, да, нанес своему. Ну ничего, мы будем лечиться в больших количествах. Почему нет? Кстати, вот этого надо выкинуть, он, от него все равно толку нет. Наконец-то мне дали второй шанс. Да, этих мы будем сами превращать в элементалей. А, я ж могу сколько хочешь ходить. Я забываю про это. Ладно, у нас два элементаля. Сколько у нас? 80-ка, да? Вулкан, вот зараза. Грохнет сейчас всех. Просто уничтожалка и все. Халявно. Я, конечно, не против. Тяжелички зашли, кстати. Сейчас мы будем пытаться их распотрашивать. 8-6. Это ж просто, да, 8-6. Да. Да, в прошлый раз были элементали, или он там... Не, не было. 4-7. О, халявный элементаль. Вот чё-то не халявного элементаля решил подарить. Подарить и подалить. 3 урона. Ну, тут, в принципе, все. Да, затащила наша. Мне, кстати, так и не понадобились снежные бури. Ну, зашло, повезло, конечно, честно сказать. Просто повезло. Копия из лавы. Призывает копию вашего выбранного существа. Не, херня. Симулякр. Да, интеллект чародея. Зажигатель слизи хороший, но снежная буря. Вообще снежная буря хорошо контрит, потому что она тупо всех замораживает. А слизь... Это вообще под фреза хорошая тема. Ну да, потом добивать всякой херней, да? А смысл этого слизнюка? У меня же все в маскировке. Во-первых, что с наименьшей стоимостью? Угу. Магический бронник. На разглянь, вы получаете броню в разменении. В разбере. В разбере. Буря или не буря? Сейчас какой-нибудь будет этот кишкодер, до свидания. Ну что, у меня все на этом, на интеллект. Может, интеллект взять?
Это слишком тяжелый. Слишком тяжелый. Ну, можно, может затащить хорошо. Копия вашего выбранного, это late game. Если уже, если у меня есть что призывать. А, у меня вообще-то есть что призывать-то. Да, наверное, вот это я возьму, да. Слишком много снежных бурь, две. Ну, блин. А он, интересно, он выбирать сможет моих? По-моему, наверное, не знаю. Давайте посмотрим. Это мудак. Самый мудачиный из боссов. Я его ненавижу, сколько играл, это самый... Самый конченый босс. Конченый босс. Да начнется игра. О, да. Да, да, да. Что там у тебя за пассивочка сегодня? Забыл посмотреть. О, четверочка. Знаешь, если он это, если он сможет выхерачить, это не сможет. А, но она будет без, да, она будет просто. Идет копия выбранного существа. А сможет ли он моих выбирать? Вот в чем вопрос. Ну, мы пока что будем идти по нарастающей. Не знаю, тяжеляка пока нету, случайный. Сука. За 3-4-4, это ж вообще шикарно. Хрен закатришь. Мало того, что вообще пипец. Да ему сейчас своих копий хватит за глаза. Ну что, узнаем, продули или нет. Если он сможет призывать, то это будет жесть. Да. Потерпеть, а потом двух поставить. Да, двух я всегда успею поставить, кстати говоря-то. Там лучше муклы тут. Там там может копировать, сколько влезет. Это сколько меня надо бить? Очень долго меня надо бить. А я могу вообще тут жестяки делать. Вообще-то было бы классно воодушевить чуваков. Ходить, правда, будет нечем, но придется что-нибудь придумать. Блин, надо было сначала походить. Опять дебилизировал. Ну, кстати, неплохо вот этого сейчас выставить. Ученики, внимание! Я не буду пока ничего делать. Но мне кажется, он не будет, не сможет копировать. А может, сможет? Сможет? Не, только своих может. Маскировочных не может копировать. Слушайте, походу это контра. Контра на этого Стурме. Это вот эта маскировочная шляпа. Пять, шесть, семь. Шесть. Ага. Я походить не смогу. Я хотел бы 4-3, конечно. Выставить. Кого он там призывает? 1-1, да? Ладно, давай приморозим. Первая заморозка, как говорится. Главное провокаторов отсылать подальше. Провокаторы очень неудобные. Блин.
Хорошо, что он своих может только копировать. Это очень радует меня, я вам скажу. Это мы что делаем? 5. Нет, это мы сначала грохаем вот этого товарища. Вот, а теперь мы этого... Подожди, 4-3, мы ходим в лицо. А теперь мы вот этого... 1-2-3, 1-2-3, да. Теперь мы 4-3 кладем сюда. Вот, а остальные пусть ходят, как ходили. А потом 4-6 я опускаю. Это, кстати, контра на этот самый, на этого. Так его. Блин, забыл, как называется. На тьму. Но у тьмы косяк в чем? Вот эта вот херня, у нее там уничтожалки есть. Уничтожить того, двух случайных. То есть это не контра. Это так временное баловство. Что я хотел? Я хотел вот этого вот раскрыть. У меня будет 2. Вот, а теперь я беру вот этого, раскрываю еще. Они друг друга еще будут напиаривать, это жесть. Всё, пусть стоит. У меня нет времени на игры. Очень круто, я скажу вам. То, что он не может маскировочных копировать, я прям очень рад. Я думал, что маскировочные — это вообще жесть. Фу. Если бы он мог маскировочных копировать, кстати, он доспехи бы скопировал себе. Постоянно их бы себе копировал. И все. И до свидания. Ну вот, вот эта вот волшебная палочка. 3 карты, они стоят 0. Да, хорошая тема. Немота. Уже конец. Ну, адаптировать бесконечно. Не, палочка сама то дает хороший темп. Глыба может спасти, если было бы чего спасаться, да? Ученица-чародея, Малигос. Легос — это у нас, сколько он там, плюс 5, да? Это снежная буря превращается во все, что хочешь. Но это слишком. Урон заклинаний. После того, как вы разыграете заклинание, ваш кто-то получает. Так, туна только нет. Блин, ледяная глыба может спасти, если я... Я не знаю, кто там дальше. Кто там может быть дальше? У нас Малигоса 2, да? Ну, давайте 2 Малигоса возьмем. Опять этот древний. Блин, сегодня что, день драконов или что? Или у меня второй шанс? Прикиньте, сейчас опять выпадает. Огненный хрен. Да. Долго будешь говорить. Малигос. Выходи, мерзкий вор. Ну тут, кстати, все плохо. Да. Здоровье-то удваивает, но как-то не сильно меня это обнадеживает, скажу вам. Слишком тяжеляки. Тяжеляки выпали. Ну да, Велин. Сейчас меня будет наяривать. Что, будем потихоньку пытаться продавливать?
Сгиньте в огне! Это понятно, это просто так за ноль, да? Вот, блин, 2-2, когда заклинание, это жесть. Короче, против. Давай еще. Страдайте. Ну, блин, давай мне что-нибудь. Карту из колоды противника. Хреново. Я вам скажу, что пока что все плохо. Так, может быть, выставить эту. Да. Это 2-2 меня сильно сейчас контрит. Очень сильно. Потому что он разбущивается. 3-2-то он не тронет. Ну, видишь, халявная. Это смутная тень. Это, походу, у всех последних боссов есть. Блин, мне бы сейчас доспехи. Ой, как бы хорошо было с доспехами. Два один грохнуть, 4-2 бесплатно, 4 можно. Это секрет, да. Я мечтаю быть похожей на тебя. Ну и так бесплатное. Я? Давай посмотрим, чего она там, кого она там побьет. До семерки просто не дождусь. Наносит 3 урона. Вот, сука. Я мечтаю быть похожей на тебя. Ой, говно. Вот это выкопал. Выкопал так выкопал. Ну ничего, сейчас я всех их приморожу и посмотрим дальше. О. За один. А, кстати, восьмерочку уже можно выставить, да? Так, это у нас так. И так. Да, от тебя никто не спрячется. 5-5 надо грохать. Блин, лишь бы не нолик. Сука. 5-5 надо. Опаньки. Новости зашли. А что там у него за уничтожалки есть? Там, по-моему, 2, да, наносит. Ну, 5-5 надо по-любому выносить. И полечить надо. Я думаю, 5-5 вынесу и полечусь. А полечу я вот этого нахер. Себя лечить пока нету смысла. Вот здесь может выжить. Может что-нибудь рохнуть хорошенько. Так, он же всем наносит, да? Ну, в принципе, можно просто забить хер и наяривать на него. Лишь бы он там не грохнул все подряд. А, кстати, семерку сейчас я смогу отыграть. Огненным шаром-то. Угу. Давай 2 провокатора. Так, троечка. Разумеется. Я очень надеюсь, что там не будет никакой массушки. Смертный крип возвращается в руку. Ну пусть возвращается. Ну, я сейчас, наверное, огненным шаром его распинаю. Я надеюсь. Всем существам, сука. Астральная плеть вонючая. Блин, нужно лечить это 4-2. Вообще у меня довольно много. Урона. Лечить мне все равно нечем, поэтому я буду ходить то, от чего что у меня есть. Если что, я могу вестника потом выставить. И тогда мы повеселимся.
Если будет сильно умный, вестника выставлю. Вестник урока пока что у меня в загашнике. Ну вот он. Кстати, надо было вначале им ходить. А чё за фигня? Он чё, будет постоянно их возвращать? Эй, не умничай. Тут довольно много урона на столе. Что меня крайне огорчает. Потому что весь этот урон сейчас пойдет в лицо. Так, надо кого-то вынести. Ноль-два можно вообще на халяву вынести. Блин, смысла нету в вестнике рока теперь в итоге. 5 урона, это нихера себе. 4-8 надо тогда убирать отсюда, чтобы она там... Там еще будет. Там еще будет жопа. Так, 5-3, ну 6-4, видишь. 6. Это 10 урона у нас тут лежит, да? Мы можем 0-2 просто... Мы можем 3-2, кстати, рухнуть. Ну 6-4 тогда не сможем рухнуть. Вот я и думаю, что бы сделать. Но тут 4-8 надо убирать, чтобы его не было. Пять, шесть, семь. Можно 6-7-8. Но тут 2 урона, да? 3-2 можно грохнуть. 3-2 там может быть такое пососное. Там у меня их не хватает, да? Это он как минимум 5-3 все равно грохнет. Угу. Вообще-то там не хватает двух. А двух это как минимум у меня 5-3 еще будет живым. Если я не трогать не буду сундуки. Может быть, успею. Урон хотя бы какой-то нанести. Смотри, 2 урона. Да, 2. Провокация, вот сука. И провокация. Скотина. А вот 1 урон. Угу. Ну это мы 4-5 можем навернуть. Вот, взять 4-5 рухнуть сейчас. Угу. Блин, 6-8 так надо выносить, что просто вообще... Я даже не знаю, что с ним делать, с этим 6-8. Тут надо уже хорошенько под конец подумать, как правильно, как и что правильно разыграть. 6-8 мы можем... Так, это 6 урона. 7-8, 2 уронов не хватает. А кого мы можем рухнуть? 2-1 мы можем уменьшить урон. Да, придется так и делать. 6-2 выносить. А 2-1 уменьшать. А на следующий ход мы уже подумаем. Сейчас он нанесет 2 урона. Что не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Ну вот, 2-4, да, 2-14. Очень много, конечно, но...
Тем не менее, блин, 6-2. Давай посмотрим, что мне там даст. О, 6-0. Малигосик зашел. Красавчик. Согласитесь, красавчик. 11 урона. Хреняк. В принципе, у меня 40. Я могу еще вот так поставить. Вот так. Ну это же бесплатные чувачки. Да, 2 урона, да, будет. Да, 2 урона будет. Два урона не так страшно. Ага. А, 4, да? То есть я сейчас не смогу походить. Ладно, у нас зато будет очень много урона на столе. И уменьшаем урон путем 2-1, чтобы он там не сильно умничал. Сейчас самое главное, чтобы не было провокашек за 5. Божественный щит, не страшно. Провокация, нам не нужна провокация. Провокация всем, сука, всем, кроме Зеры, представляешь? Малигос остался. Не твое. Да это наплевать, твое или не твое. А что за корона? Легендарный щит, призывайте две его копии. Легендарная. О, о, о-хо-хо. Красота. Так, это у нас с воодушевлением, да? Это по-любому нужно выставить, чтобы подешевле тут все было. Подешевше. Легендарочку раскопать. Так, это у нас хватит на вот эту, на вот это. И еще на что-то за 2, да? А за 2 у нас ничего нету. Ну, вот это может быть. Давай посмотрим, что нам там выкопают. Когда это что получает урон, призывает гнолла 2-2 с провокацией. 2-2 с провокацией. Призывает пламя Азинута 2-1, когда вы разыгрываете карту. Ну, это так, это на халяву убить. А так он ему, в принципе, нанесет, а он призовет гнола. И придется еще с гнолом раскапываться. У меня этих гнолов будет... А, провокация идиотская. Пять не хватает, сколько бы нанесет. Нам нужно как-то живых каких-то, чтобы он же выжил. Единственный, кто сможет выжить, это вот у него больше всего жизней. Кстати, 8 урона, да? 11 плюс 8. Это вот так. Плюс 8. 4-6 можно заморозить, но этого делать не буду. Вот, и... Лекаря сейчас призовем, наверное. А, он, наверное, заморозит же, да? Что тут? Ваши элементали получают... Не-не-не, не заморозит, только элементаля призовет. Но, тем не менее, я же его убил. Не стоит бояться силы. Бояться нужно тем, да. Я думал, летала не будет. Оказывается, есть летал, и мы выиграли за мага. Ну, мы бы и в прошлый раз могли, в принципе, выиграть. Нам повезло с боссом, на самом деле. Была бы темнота, хотя и темноту можно было бы этим
попримораживать. Никто не уходит просто так с блестяхами в Гарольдов. Да, великаны нам особо. Ну, в принципе, нам Малигос затащил. Малигос или Малигос, я не знаю, как там. Большинство каток нам затащили доспехи. Просто. Да, и эту тоже катку затащила. Доспехи это вообще имба жесткая. Всем спасибо, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Комментируйте, пишите, что, куда, как. Всем удачи, всем пока. Да. We'll be right back.